Мало половин, Ольга Бузова кокетничала с жителем Барнаула во время концерта, собрав аншлаг. Накануне спорткомплекс «Темп» с трудом вместил всех поклонников творчества артистки. Сегодня я в Барнауле! Почти за 2 часа выступления популярная певица и ведущая не только успела исполнить свои известные песни, но и пообщалась с публикой. Первая невеста страны даже нашла себе жениха. Зал просил Бузову остаться, на что Ольга ответила лишь при условии замужества с настоящим сибиряком. На призыв сразу же отреагировал бичанин Денис. Свадьбы на сцене не состоялось, но певица надежды не теряла. Творчество артистки вызывает неоднозначные оценки, но популярность ее неоспорима. Уже несколько лет она один из самых успешных блогеров страны. Число ее подписчиков – 16,5 миллионов человек, что, к примеру, превышает численность населения Москвы.